что ж, побежим с вами сразу за дело. С вами Клонова Аня, проект Фаберлик Онлайн. Сегодня будем делать макияж вот этими тенями. Смотрите, тени, что у нас, как указано. Во-первых, биоразлагаемые глиттеры из эвкалипта. Упаковка на 100% переработанного пластика. То есть все, что мы сдавали, началось перерабатываться. Ну, отлично, накопили, молодцы. Значит, у нас с вами идет три цвета натуральных глиттеров. Мерцая всеми оттенками радуги, создавая макияж с эффектом влажного блеска. Идут со 100% натуральными ингредиентами. И второе, у нас с вами трое теней, которые идут с шелковой текстурой, ультрамелким перламутром, который обеспечивает жемчужное свечение. Тени для век, тут 1,7 грамма, которые идут глиттер, а которые идут фрост, они идут 2 грамма. Все идут в трех оттенках. Органический экстракт винограда, масло маракуйя, экстракт ягод годжи, витамин Е. Ну, слушайте, круто, круто. Ухаживающие тени за веками. Приятно. Действительно, мне кажется, что это очень-очень даже важно. Не только безвредно для природы, но еще полезно для наших век. Ухаживающие тени для век. Ну, я прям довольна. Ну что ж, вот они, значит, наши оттеночки. Они приходят в такой вот упаковочке, в такой вот коробочке интересной. Так, это значит глиттерные. Раз, два, три оттенка. Ну, как вы видите, я их уже помучила. Поэтому поедемте с вами их разглядывать, рассматривать. Так, значит, тени 58-81. Это у нас нежный кофейный. Вот такие вот они. Нежный кофейный. Блестят отлично, как на пальчике. Натерла пальчик, и смотрите, прям зеркало такое получилось. Следующий у нас идет 58-79. Розовая бронза. Ну что ж, розовая бронза. Угу. Очень красивый цвет. Я уже с ними походила. В течение 8 часов они не размазываются. Потом, у кого вот века тяжелые, они, конечно, начинают забиваться слегка в веки. Но это одни из самых стойких, наверное, теней, которые я встречала. Следующие тени. Розовая бронза 58-79. Очень красивые. 58-79. Угу. Ну, вы знаете, передает цвета, слава богу, отлично. Я сейчас смотрю на камеру. Ой, иногда мне с камерой не везет. Тут прям хорошо передается. Угу. Ну, хорошо, хорошо. Отлично. В общем, сразу оговорюсь, в самом начале, как бы это ни было удивительно, но я не сняла накладные ресницы на тест, хотя я их наращивала просто на мероприятие. Скоро выйдут ролики по нему на YouTube. Смотрите, то, что выйдет в новинках, еще пока ничего не выгружали. Знаете, как у нас получилось? У нас получилось так, что мы забыли купить новый ремувер, а тот почему-то уже начал как-то высыхать, сохнуть. И я хотела сегодня снять и сегодня начать обзор, но поняла, что мне придется с такими ресницами сниматься. Ну что ж, самое главное, что все-таки съемки состоялись. Мне не понравились именно на подвижном веке. Сейчас у меня в руке 58-79. Набираем и накладываем на веко. Видите, как хорошо получается. Прям зеркало зеркальное. Очень мне понравилось, как они наносятся именно пальцем. Не очень понравилось, как они наносятся кистью, потому что они начинают, если честно, сильно сыпаться. Еще очень понравилось вот таким вот маленьким спонжиком из другой линейки, тоже хорошо наносится. Я взяла их оттуда, из других теней, тоже великолепно. Угу. Как бы неплохой такой вот вариант. Как начало, как на подвижные века. На все века, вот мне ближе к 40, уже не нанести. Почему? Потому что они будут уже подчеркивать морщинки, обвислость века и так далее. Смотрюсь в зеркало. Отлично. Мне кажется, что отличный тень. И поверх уже можно наносить, какие хочется. Так, хочется сразу же показать вам 58-80 тени. Беру новым чистым пальчиком.
58-80. И таким образом тоже нанесу. Но в уголок глаза, конечно, сложно попасть, чтобы было ровно и красиво. Потому что, ну, как бы в центр, если только наносить на подвижные века, получится здорово. Если наносить полностью на все века, то вот видите, что у нас с вами получается. Ну, я, видите, сегодня без макияжа специально, чтобы все погрешности убирать. Обычной ваточкой смываются легко. Вот, также другой стороной с вами возьмем вот эту губочку и посмотрим, как оно наносится. Ну, я как бы не скажу, что они сильно сыплются и так далее, но если наносить их кисточкой, да, сейчас я возьму кисточку любую, допустим, вот эта кисть Оберлик, и вот так начну их наносить, то они, смотрите, они уже отваливаются, причем кучей такой отваливаются, и их сложно, если не пальцем, их очень сложно закрепить. Видите, они уже как будто бы вот больше смываются, чем закрепляются, и начинаются сильнейшие осыпания. И получается, это уже для более натурального макияжа, если вы хотите нанести кисточкой, то получается здорово. Все тени между собой очень хорошо сочетаются цветами. Можно смешать, допустим, три цвета и действительно кайфануть. Вот, допустим, возьму цвет 58-81, еще вдобавок у нас с вами получится розово-бронзово, непонятно какой, тоже очень симпатично получается. Смываются они очень легко, очень деликатно, обычной мицеллярной водой. Я пока пользуюсь от Вербены, но из моих предыдущих роликов вы, наверное, поняли, что я перехожу на мицеллярную воду от Гиалуроники. Мне она очень прям понравилась. Вот, видите, легко смывается, легко убирается и никаких проблем. Тоже. Сейчас еще третьи тени посмотрим, как они в чистом виде у нас с вами. А то я только двое показала. И потом перейдем к следующим теням. Да. Великолепно. Во влажном виде я не пробовала, как они наносятся. Тени 58-81 я, по-моему, вам не показала. Угу. Так, ну все, глазик полностью, получается, у нас с вами высох, что нам нужно. И начинаем брать 58-81. Вот эти вот тенюшечки. Вот он. Отлично, слушайте. Тоже очень красивый цвет. И они между собой тоже классно сочетаются. Можно сочетать все три, и получится действительно красиво. Угу. И вот, вы знаете, мне кажется, вот этот вот оттенок 58-79, это смесь вот этих двух оттенков, смесь вот этот. Потому что, видите, как похоже. Прикольно. И видите, никакой разницы, когда третий оттеночек наношу, никакой разницы уже нет. И можно подрастушевать, лишнее убрать. Так, ну, что скажу, отличный такой цвет, приятный во всех начинаниях. Влажным, конечно, способом не пробовала нанести, но великолепно. Угу. Хорошо, мне они понравились. Но если нужен прям сильный блеск, это, конечно, не к этим теням. Это такой благородный, приятный, классный блеск. Это не совсем то, что, например, когда вот люди хотят прям сверкать. Сейчас модой у некоторых девчонок прям сверкать сильно. Вот, это, конечно, не совсем так. Вот это такой нежный, довольно так и блестящий. Здесь особенно на свет посмотреть, довольно таки блестящий оттеночек. Но вот, допустим, на подвижные века я уже не нанесу, он будет очень сильно
выделять мои морщинки. Это не для всех, только на центр глаза. Вот, например, у меня свекрови 64 года, и я и наношу только на центр глаза что-то блестящее. А если нанести полностью на все веко, оно утяжеляется, веко становится более объемным, возраст становится более заметным, уже не то, уже некрасиво. Следующие три оттенка — ультралегкий перламутр. Тоже достойные, симпатичные, классные. Ну что ж, поехали. Первый 5876 солнечный персик. Более такой нежный, приятный. Второй закатный розовый 5877. Ура! Хорошо очень передался цвет. Я счастлива, я рада. И третий у нас 5878 сумеречный таул. Угу. Такой, знаете, легкий, приятный оттеночек. 5878 таул. Вот так. Угу. Ну что ж, будем пробовать. Итак, 5876, они могут быть, в принципе, как подложечка, набираются на губку. Хорошо, такая вот она, губочка. Давай-ка фокусируйся, не капризничай. Ну, поехали, посмотрим. Легкий такой, приятный оттеночек. Хорошенький. Даже попробовать, если в уголок глаза. Ну, приятно так ложится. Пальцем, наверное, будет жирнее наноситься. Прямо видите, какой слой сразу. Если пальцем еще, ну, видите, такой желтенький, приятненький, хорошенький. Цвет есть. Мне нравится такой цвет. Так, смывается тоже, кстати, отлично. Никаких нареканий нету. Второй давайте попробуем нанести кистью. Вот так вот набирается хорошо. Давайте посмотрим. Уголочек, уголочек. Ставим бочоночек и тушуем вверх. Вот у меня где веко заканчивается, примерно вот таким образом наносим и начинаем растушевочку. Не скажу, что суперская пигментация, сразу ее вижу. Пошли осыпания. Как бы, если вот эти вот глиттерные мне понравились, то эти, видите, как набираются сразу же. Видите, вот я их набираю, и они такие вот. И на веко они не очень хорошо наносятся кистью. Все под глазом. Кисть тут не катит. Угу. Вот оно, видите, все тени под глазом, а на глазу мне, конечно, цвета не хватает. Тушуется, конечно, то, что прилипло к теням, хорошо, но не хватает. Так, ну давайте попробуем таким спонжиком набрать. Ну нет же, скажу им сразу нет, девочки. Очень уж натуральный макияж. Я люблю, чтобы быстро, чтобы хорошо все. Тут как-то вот. Но зато не переборщите, кто заказал. Тут глиттерные тени. Хвалю, эти не очень-то хвалю. Ну, видите сами. Сложный. В сложный случай тяжелый. Вот. Интересно, конечно, как они влажным способом еще. Давайте попробуем пальчик. Видите, на пальчик набираются сразу отлично. Цвет очень красивый. Угу. Пальчиком хорошо. Полностью переносится. И я так понимаю, что пальчиком нанесли и кисточкой растушевали. Так, начинаю тушевать кисточкой, они исчезают, как вы видите. Нет, мне неудобны эти тени, я только наляпала,
намазала, нагрязнила. Честно скажу, что нет. Мне это дело не нравится. И подтираться очень много приходится. Но влажным способом не пробовала. Но не хочется пробовать уже. Получается. Угу. Вот видите, начинают тушевать, и они просто впитываются, и ничего не остается. Ни губкой, ни этим делом. Ну, давайте попробуем вот этот еще. Тут они, конечно, очень мощно набираются и хорошо переносятся. Переносятся отлично. Угу. Губкой куда ни шло. В общем, именно вот эти тени, я не знаю как. Вот эти мне понравились. Эти я пока как-то не в восторге от них. Ну что ж, поедем с вами дальше. Вот такие вот классные тени. Я их использовала тоже как на подвижное веко, потому что они сами по себе классные. Сами по себе клевые. И легли плотно. Вот. Но сейчас я их попробую набрать на кисть и потушевать. Посмотрим, как они себя поведут. Но вот эти ни губкой, ни кистью. Никак. Они клевые, классные. Эти легли плотно. Вот. Да и эти пальцем, они лягут плотно. Вот понимаете, в чем дело-то? Не знаю. Тени для пальцев? Смотрите. Легли хорошо, плотно. Осталось только подтушевать по краям и все такое прочее. Подтушевать нить, вот как вот на подвижные века, они хорошо кладутся. Но, конечно, это не те тени, которые хочется пальцем наносить. Если глиттерные тени не есть пальцем, то эти с кисточкой я, конечно, не подружилась. Хотя вот таким образом очень хорошо. Прямо очень хорошо. Ну, в общем, делайте выводы сами, кому это удобно, кому это неудобно. Беру чистую кисть абсолютно. Вот это вот заляпанное у меня тут. Вот видите. Беру чистую кисть и поехали вот эти розовые смотреть. Ну, набираются они также немножечко, видите, комкуются. Также немножечко осыпаются. Вот. Ну, давайте посмотрим их. Нет, они тоже все внизу. От кисточки сразу внизу. То есть это пальчиковые тени. Ребята. Это пальчиковые тени, которые будут хорошо смотреться только на пальцах. Ну, после нанесения я имею в виду. Вот. Не скажу, что довольна. Скажу, какими тенями я вообще довольна. Ну, раз эти стряхиваются быстро. Я их сейчас стряхну. Вот они. Видите, все на кисточке остаются. Остается легкий, приятный оттеночек. Видно, что века ухоженные, но не более. Вот эти, кстати, неплохо же остались. Без базы. Я наношу все без базы, чтобы вам было удобно. Понятно, что с базой они будут лучше. Вот, мне нравятся тени очень сильно. Пожалуйста, вот я ими пользуюсь сейчас. На самом деле, очень красивые оттенки. Ну, давайте возьмем вот этот светлый, например. Вот. Я его каждый день практически им пользуюсь. Сразу же, видите, свет такой классный, прекрасный. И сразу же можно, ну, конечно, они светловаты, но сразу же можно наложить ими. Вот видите, они кладутся ровно. Они кладутся ровно. Они практически не осыпаются. Сразу же, вот. Видите, вот это я считаю класс. Мне удобно. Я работаю кисточкой, и мне удобно работать кисточкой. Я могу куда угодно увести, тяжелое веко перекрыть, и все у меня замечательно выходит. Остается только прокрасить потом тушью реснички оставшиеся. Надо же забыть купить ремовер. Вернее, не проверить его заранее. Ну ничего, я думаю, страшного. Все мы с вами понимаем, что накладные ресницы, мне кажется, уже нет. Вот отпишитесь, когда-нибудь вы наращивали ресницы. Вот, пожалуйста, все.
Макияж готов, и причем он готов до такой степени быстро, что я одну минуту попользовалась, все, у меня все отлично. Вот из этих теней, тени глиттерные, мне понравились. Также понравился 58-76, остальные, вот эти вот двое, как-то мне не зашли. Я не смогла им сделать нормальный макияж. Все остальное, в принципе, отлично, здорово и классно, мне все нравится. Ну что ж, побежали дальше. Вот все забываю показать эту кофту, вот тут вот сбоку будет длинное видео, как она на мне смотрится. Это легкая, мягкая, классная, такая вот суперская кофточка, посмотрите, какая у нее вязочка, невесомая, но она не просвечивает вообще, а вот так, видите, она свет просвечивает. Ну, во-первых, тянется изумительно, идеально, лежит на теле, она легкая, мягкая, но не толстая. Обратите прям вот на эту коллекцию внимание, там много разных цветов, я заказала только один цвет. Честно сказать, поражена, до какой степени удобная, как ее не хочется, да не с рукава у нас получается, до какой степени вообще не хочется ее снимать, в ней хочется жить и быть. Я ее уже 2 дня проносила, слава богу, не заморала, думаю, еще стирать придется до показа, но ничего, ходила в ней в кафе я на встречу с бизнес-партнерами, тут вшита сбоку, таким вот образом сшита, лямочки можно назад, можно вперед, я их вперед надела, и вот такая вот она вся легкая, воздушная, невесомая, но в ней тепло и хорошо. Тут передний манжет, или как его назвать, тоже очень такой большой, вот это вот лицевая часть, вот оно плечо, и вот от плеча поехали. В общем, классно, и сам низ изделия выполнен, так вот подвязан, подшит, все хорошо. Прям хорошенькая очень кофточка. Значит, артикул у нее 533-515, 52 размере. Состав 76 вискоза, 21 полиэстер, 3 эластан. Очень хорошенькая кофточка. Прям понравилась. Далее идет линейка, которая мне безумно понравилась. Ну, смотрите. Green Karma. Уникальная серия по уходу за кожей. Косметика максимально натуральна, максимально безопасна как для природы, так и для человека. Karma – это чистые веганские составы на основе натуральных компонентов. Это забота о животных. Мы не используем в косметике никаких животных ингредиентов и, самое главное, не тестируем ее на братьях наших меньших. Это формулы и ингредиенты с доказанной эффективностью. Это видимый, мощный омолаживающий эффект. И, самое главное, конечно же, профилактика старения. Это полностью перерабатываемая упаковка. И все это в совокупе забота об окружающей среде и, естественно, выбор каждого из нас. Основной ингредиент серии – это конопля, который относится к так называемым углерод-отрицательным культурам. Углерод-отрицательные культуры – это растения, которые, в отличие от многих других растений, поглощают больше углекислого газа, чем сами производят, и тем самым снижают углеродный след. Например, гектар этой культуры вырабатывает на 25% больше нужного нам кислорода, чем гектар, например, леса. Поэтому само выращивание этой культуры благоприятно влияет на климат и на природу. То есть, приобретая косметику с конопляным маслом, мы помогаем планете и людям дышать, дышать полной грудью. А еще она улучшает состав почвы. Конопля благотворно влияет не только на экологию, но и на кожу. Во-первых, культивируется она более 5000 лет и с древности использовалась в качестве лекарственного средства. Полученное из нее конопляное масло – это бесценный источник полезных веществ. Оно разглаживает кожу, глубоко увлажняет ее и подходит для борьбы уже как с имеющимися признаками старения, так это еще и великолепная профилактика морщинок. Словом, это компонент, который помогает нам в нашей главной миссии – забота о природе и забота о будущем нашей планеты. Натуральные продукты Green Karma – это молодость и естественная красота кожи, которые, конечно же, подарены самой природой. Основной ингредиент серии, я уже упоминала его, масло семян конопли. Это масло с уникальным составом. При холодном отжиме в нем остается высокая концентрация антиоксидантов, известных вам омега-3, 6, 9 жирных кислот и других очень полезных коже компонентов. Оно великолепно ее увлажняет, смягчает, восстанавливает кожу и, самое главное, обладает очень мощным антивозрастным эффектом. Способность конопли противостоять возрастным изменениям совершенно поражает. Помимо конопляного масла в состав входит еще несколько активных ингредиентов. Во-первых, это биосахарид, это витамин Е и гречишный воск, и еще экстракт семени льна. Средства нашей новой серии – это и активная профилактика возрастных изменений для молодых девушек, и омолаживающий эффект для более зрелой кожи. Серия подходит абсолютно всем возрастам и, самое главное, мужчинам тоже.
давайте начнем с мыла. Вроде бы подсохло. Я им помылась один раз, оно даже форму не потеряло. Мыло мягкое, клевое, шикарное. Практически нет никакого аромата. С артикулом 6707. Это натуральное мыло, что самое классное. И вся линейка — это круговорот доброты и заботы. Природа дарит нам все самое лучшее для поддержания нашей красоты, а мы заботимся о чистой и цветущей планете вместе с нами. Первое. Эта косметика идет натуральная. Содержание натуральных ингредиентов в каждом продукте более 98,2%. Во-вторых, оно идет экологично, потому что выращивание и использование углерод отрицательной культуры конопли снижает углеродный след на планете. 100% перерабатываемая упаковка идет. И третье, безопасно для природы и человека. Также содержит везде белую глину. Ну, супер, 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 классно, классно. В общем, все отлично, замечательно. У меня других слов нет. Хорошенькое мыльце. Давайте вот так дырку в нем сделаем. Оно не супер твердое. Хотя постукивает. Хорошенькое мыльце идет. Приходит такой упаковочке. Какому-то подарочку положить натуральное мыло. Руки не сушат, кстати, суперские. И на первый раз, видите, даже ни этикетка, ничего. Ну, приятный очень аромат. Ни этикетка, ничего не смылось. Первое, что у нас идет, натуральный дневной крем для лица. Вот он, дэй-крем. Раздражает, конечно, что больше русского языка у нас нет. Он где-то найт-крем. Значит, вот это дэй-крем. Дэй-крем приходит в таких вот упаковочках. В обычных, картоновых. Видно, что он полностью из переработанного чего-то сделан. Внутри беленькое, такое светленькое. Артикул 6674. Вот вы знаете, скажу про него одно. Это просто невероятно классное лицо. Такого в компании Faberlic еще не было, скажу вам честно. Видите, полосит, как маська. Вот реально еще не было такого в компании Faberlic. Прям до локтя, до самого. Тут сижу, наношу крем за кадром. Ну и что делает масло, семян конопли? Кстати, запах. Но тут он такой, знаете, грубоватый, не очень приятный, но сносный. Не как в BSC, прям бьет нос. Тут очень хорошо. Это кладезь полезных веществ. Он содержит высокую концентрацию антиоксидантов, омега-3,6,9 жирных кислот и другие полезные для кожи компоненты. Эффективно разглаживает мелкие морщины и глубоко увлажняет кожу. Просто бомбезный крем. И на нем хорошо держится макияж. В общем, никаких нареканий нет. Вот предыдущая линейка, предпредыдущая One Week Miracle, мне очень зашла. Потом мне зашла гиалуроника, но я еще ее до пустышек не дотащила, грубо говоря. И вот этим я пропользовалась ровно 5 дней, утром и вечером, все как положено. Я обалдела от результата, мне он понравился. Кожа такая розовенькая, приятная, как будто я вернулась в 25. Вот здорово, здорово, конечно. Значит, что содержится? Оно наполняет кожу энергией, глубоко увлажняет, омолаживает, защищает ее на протяжении всего дня. То есть тут есть что-то защитное. SPF я тут не увидела. Вот есть значок веган. SPF-а нет. SPF-а нет. Ну ладно. В общем, классный. Вот даже я сейчас трогаю кожу. Это что-то такое вот классное, легкое, невесомое и... Обалденно огромная разница. Прямо хорошая такая кожа стала. Качество кожи хорошее стало. Приятно. Она стала еще и светлее, еще лучше. С этим синяком когда-нибудь расстанусь, надеюсь. Так, далее. Night крем. Это ночной у нас крем идет. Он идет как натуральный ночной крем для лица. Что он делает? Он активизирует внутренние резервы кожи, возрождает, омолаживает ее. Артикул 6675. Я еще думала, может быть, он будет плотнее. Нет, он не намного плотнее. Даже если плотнее, то не намного. Тоже очень хороший, отличный, суперский, классный результат. У меня других слов, ребят, нет. Хочу хвалить. Хочу прям этой линейкой долго-долго пропользоваться, если опять никаких крутых новинок не выпустят. Я думала, с санкциями я буду хотя бы успевать допользовать то, что мне приходит. Но мне уже помогает свекровь, потому что я не вписываюсь в дедлайны. Угу, потому что кремы экономные, кремы классные. Почему нет? Почему мне не пользоваться, не растягивать удовольствие? Так, третье, значит, натуральный гель у нас идет для умывания. Он идет без коробочки, вот в такой вот упаковочке. Гельчик очень экономный, густой, видите? Его надолго хватает. Артикул 6673, он, кстати, по миллилитражу 100 мл идет. Если вот эти по 50, то этот вот 100.
Отличный. И, кстати, вот Day Cream, то, что он идет весной, но без SPF-фактора, я думаю, что SPF-фактор тут даже и не нужен, потому что, когда я наношу тональный крем потом, то все тоналки практически с SPF-кой. Просто тоналку с SPF-кой выбирайте, и все будет хорошо. Хорошо пенится, хорошо мылится, очень приятно умываться, очень хорошо смывается без всяких там каких-то проблем и так далее. В общем, все здорово и классно. И последний, это вообще сказка. Никогда не пробовала. Девочки в продуктовом чате уже ее все советуют, кто заказал. Все говорят, о, окей, я закажу, потому что это здорово, это классно. Уже там начинаются переписки по этой маске. Я тоже там, конечно же, участвую и активно рекомендую. Ну, а вы сами знаете, что рекомендация, она дорого стоит. Почему? Потому что если мы не хотим, чтобы наши люди разочаровались, и был бы, например, продукт плохим, мы бы не стали советовать его. Вот в чем суть-то. Потому что один раз человек купил, разочаровался, и после этого он не будет просто слушать ни блогера, ни человека в чате, ни вообще весь чат. Вот, поэтому, конечно, вот эта натуральная маска Detox 3 в одном для лица, она реально глубоко очищает и выравнивает кожу, и идет перезагрузка кожи, которая сотворена самой природой, понимаете? Масло конопли без содержания каннабиноидов. Кому это важно? И у нее тут три способа нанесения этой маски. Маска довольно-таки экономная, что немаловажно. Вот она такая зелененькая. И в ней есть какие-то вот небольшие катышки. Поэтому ей можно просто умываться, если хочется. А можно нанести маску и подождать, пока она поработает. Так, какие же у нас получаются три способа? Вот эти вот масочки. Первый, для уменьшения жирного блеска нанесите маску видимым слоем на чистую сухую кожу лица на 10-15 минут. Смойте водой, нанесите крем или сыворотку Green Karma. Для глубокого очищения и сужения пор используйте для умывания 2-3 раза в неделю. Для выравнивания тона используйте как гамаш 2-3 раза в неделю. То есть скрабировать можно, маску делать можно. Вот эта вот маска многофункциональная, она мне чем-то напоминает N4W. Вот эту вот линеечку, да, молодежную. Только она уже не для молодых, а для всех. Она идет вне возраста. Не указано, какой возраст. Скорее всего, она подходит абсолютно всем. Вот и все. В принципе. Ну, здорово, классно. Я вам могу сказать, что эта линейка попала мне в душу, в сердце. Я буду ей пользоваться. Я буду ее еще заказывать, если опять никаких не выпустят. Вы знаете, мне безумно понравились все этапы ухода косметической марки Эксперт. Там идет увлажняющий гель, потом синий, потом красный, потом еще какой-то, по-моему, бежевый. И вот сначала первый этап, второй этап, третий этап. И я все это этим пользовалась несколько месяцев, тестировала. И я просто увидела явные изменения на коже лица. И я все хочу вот этот Эксперт попробовать. И Мезоботокс еще раз хочу повторить тоже новинку от Эксперта. Ну, как новинку каталога 4 назад она, наверное, вышла. Тоже хочу все второй раз Мезоботок заказать. Тоже очень понравился. Но я пока новинки расходую. А старинки, то, что 4 каталога назад, это уже старинки. А то, что там 5 месяцев назад, вот как, допустим, линейка Вагминг Миракл, это уже вообще старым кажется. Потому что темп у компании крутой, просто наикрутейший темп. Мне это очень, конечно, нравится с одной стороны. Но есть вещи, которые хочется продлить, заказать повторно. Но недавно... Опять-таки, вот низкий поклон компании Faberlic, потому что недавно я ходила в кафе с одноклассницей, с которой не виделась 10 лет, она мне говорит, Аня, где у тебя морщины? Я старше на полгода, а у нее уже есть явные изменения на лице. Но у нее, конечно, нет второго подбородка, кушает она мало, стройная, красивая, очень элегантная девушка, но, правда, вижу изменения у нее на лице возрастные. У меня, конечно, таких нет, потому что я пока одно, пока другое, пока третье протестирую. Некогда. Морщины просто расстраиваются, наверное, и уходят. Но еще, конечно, я пью омегу и D3. D3K2 обязательно. Вот всегда пью. Каждый день пью. Иногда, правда, не пью, потому что сильно ногти вот отрастают. Вот скажете ли вы, что маникюр 2 недели? А посмотрите, как отросло, как будто я не знаю, как у кого. Волосы тоже быстро отрастают и махриться начинают. У меня есть нарощенные. Как бы, но вот это вот, конечно,
продукция компании Faberlic. Я прям вижу, как она работает. Ну что ж, пока мы с вами тут сидели, снимали обзор, мне пришла новая распаковочка. Но я все выложила по одному, по два, и все, там она малюсенькая. Пришла новая домашняя одежда из каталога 8-9. Вот из этого каталога, но я ее отсниму вам отдельно, отсниму попозже. Вот, вот эта вот линеечка пришла. Классная, очень классная. Буду снимать на YouTube. Итак, значит, получается Доброген 157,29, наикрутейшая штука, глюкозамин, коллаген и так далее, все, что нужно. Далее вот такая вот расческа. Заказала ее как новинку, но что-то как-то вот не знаю даже, надо ли мне такую. Это бамбуковая расческа, массажная, материал дерева, бамбук, размер 22,5 на 4,5. Артикул у нее идет 910-402, объясню почему. Тут вот эти вот наконечники, они очень сильно зацепляют нарощенные волоски. То так, в принципе, она суперская. Я, скорее всего, ее отдам дочке в ванную, прочесывать волосы, делать какие-то масочки. Вот бальзамчик разносить по вымытой голове. Мне кажется, будет очень шикарно. У нее свои густые волосы, тонкие, но густущие. Далее, я не знаю, как это назвать. В общем, это ежекаталожно, как и кошачий корм. Кошачий корм я, кстати, сюда уже даже не поставила, потому что надоело его выставлять. Перекладывать наши любимые шоколадки. Шоколад на меду, молочный, с кокосом и нони. Артикул 160-57. Дальше что у нас? Конечно, конечно. Кто сказал про кошачий корм? Вот. Такая вот. Почему-то одна только штучка на складе будет. Еще закажу штучек 10. Я люблю такое дарить. Артикул 160-66. Ну, так как она одна, давайте откроем, я вам покажу. 100 лет ее уже не было в заказах, и многие даже не знают, что периодически их очень быстро расхватывают, но периодически в компании вот такая красота выпускается. Представляете? Вот такая красота. Мне очень нравятся эти конфеты, и всем моим друзьям они нравятся. Они все такие, ух ты, какие, ух ты. И вот эти есть на постоянной основе конфеты, поэтому их я взяла 10 штук, 16,074. Ну вот сейчас у нас пошли вот эти вот школьные прощания, кружковые прощания. Это уже мною созданный сленг. Значит, что сказать? Ну, со всеми прощаемся, всем дарим. Всем дарим, и я не люблю дарить что-то плохое, девочки. Все конфеты с этими ешками, с сахарами, мы уже от них отходим. Иногда, изредка что-то там хочется, ну, очень хочется, но мы покупаем. Но, если честно, я нет. Вообще, как бы, редко. Я грешна, я очень люблю сахар. К сожалению, все мы с вами знаем, что сахар это наркотик, но я стараюсь его убирать из своей жизни. Ну, как даже сказать, ну, с периодичностью, может быть, раз в месяц я могу что-то слопать плохое и вредное. И причем сразу выходит сыпь на подбородке. Вот я даже если что-то скушала, да, там конфету где-то кто-то угостил, еще что-то, я скушала, муж уже на следующий день смеется. Ну что, Анют, опять конфету где-то в гостях слопала? Я говорю, да, есть такое. Потому что сразу прыщи выходит. Итак, 100 лет не рассказывала про эти пащи. Заказала 70% скидкой. Что в них есть? Экстракт икры, комплекс пептидов и гидролизированный коллаген. Штука классная. Перед макияжем, пока делаете макияж глаз, 10-15 минут они у вас работают. Это супер. Летом можно хранить в холодильнике и накладывать их прямо из холодильника. Тоже шикарно. 0,946 артикул. Это гидрогелевые натуральные пащи для кожи вокруг глаз. И самое, что классное, тут есть место под вот эту штучку, под лопаточку. Открываем пальчики, подцепляем одну штучку. Вот так вот прилепляете под глаз. Пожалуйста, вот все. Прилепили под глаз, все отлично. Оно держится, оно не катится, оно никуда не девается. Также можно прилепить на морщинку носогубную, на морщинку надбровную, на морщинку на лбу. Очень удобно. Туда-сюда. Но я вот обычно какие-то вот патчи перед макияжем дома, я вот их использую. Вот. В поездке я, конечно, другие патчи использую. В общем, шикарная очень штука. Даже не хочется снимать, потому что уже чувствуется уход и холод. Очень приятно. И, кстати, сейчас я эти патчи буду делать после такого обзора и после такого количества мицеллярной воды. Хочется действительно умыть уже глаза и наложить патчи. И там, и тут, и везде. Крутые патчи, классные. Вообще люблю ухаживать за кожей вокруг глаз. Хотя нас, в первую очередь, не глаза выдают, а наш возраст. Конечно же, шея и все такое прочее. Вот с шею я не знаю чего. Вроде бы подбирается, но все равно быстрее всех стареет. Так, дальше поехали. Два вкусных чая, один нечаянно.
То ли я промазала, то ли что. А нет, эти все три вкусные. Эти все три вкусные. Вот четвертый, который я заказала. Вот, теперь все правильно. Три вкусных, один невкусный. Ну, отлично для меня. Но его пьет свекровь. Апельсин и специи с аиром. Не люблю. Нечаянно заказала. Ну, наверное, на радость свекровь. Потому что у меня свекровь вообще везунчик. 16013. Ройбуш ванильный с шалфеем. 160-10. Далее. Фисташковый с ромашкой. Артикул 160-53. Самый любимый чай в семье Кононовых. Фисташковый с ромашкой. Обожаем его. И восточный чабрец. Обожаю чабрец с кардамоном и экстрактом каштана. 16012. Я знаю, что чабрец на любителя. Что еще мне нравится? Вот тут дырочку проделали и достаете по пакетику, а потом коробочку выкидываете. Но мы обычно вскрываем все коробки с чаем. Вот, например, такого вида. И там места много свободного. Мы из одной перекладываем в две. И так вот еще сверху можем третью напихать. И у нас одна коробка, получается три коробки. Такая вот красота. Далее кофе «Доброе утро». Это любит у меня свекр его. Он идет обычный кофе, растворимый, с длительной бодростью. «Доброе утро». 160-48. А «Добрый день» – это мой любимый кофе и любимый кофе «Папин». Он вынужден пить «Доброе утро», потому что тут, во-первых, идет мягкая, легкая бодрость, потому что тут идет состав растворимый кофе, натуральный жареный молотый. Эффект легкость достигается благодаря уникальному балансу кофеина и других веществ в составе зерна, по-моему, тиамобрамина или как-то вот так. И что получается? Иногда хочется вечером кофе выпить или нельзя кофе, потому что вот мой папа гипертоник, но он обожает кофе. Я ему высылаю вот этот кофе, и он его пьет, и мама говорит: гляди-ка, что давление-то не скачет. Вот моей маме 75 лет, она его тоже начала попивать. Вот какая разница. А свекр вот любит именно бодрящий, именно чтобы вставила, чтобы энергию дала. Ну и последнее, это коралловый кальций. Коралловый кальций 157-30. И носочки. Сейчас они идут по распродаже. На втором шаге заказа они идут. Смотрите, даже не сдвинулся никуда. Очень крепко, кстати, пальчик держится. Я взяла 36-38 размер. Артикул 820-051. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Кононова Аня и мой огромный заказ. Всем пока-пока. До встречи с вами в новых видео.